Огромную благодарность всему нашему мировому сердцу, мировому кли от мужчин Казахстана и от женщин Казахстана, от всей нашей страны за эту огромную поддержку, за любовь, которую мы чувствовали даже без интернета. Слезы текли из глаз, просто у нас были только источники. И мы это все ощущали, у нас огромная связь, сильная кли, спасибо вам огромное. И вопрос, мы подходим к отдаче, учитель, и вот хотел спросить, как молиться для отдачи и только ради отдачи? Я не думаю, что можно научить этому. Это работа в сердце. Молитва — это работа в сердце. И поэтому мы должны постараться размягчить сердце, держать его немножко более таким образом, чтобы волновалось, впечатлялось, было ближе к другим. То, что мы становимся более глупыми, это хорошо. Это хорошо, потому что тогда поневоле мы приходим к состоянию, когда нам нужно отыскать себя внутри чувства, а не внутри разума. Поэтому не сожалеть о том, что вы как бы теряете разум. Не такие, как были прежде. Прежде вы делали все, исходя из разума. А сейчас вы должны видеть себя более чувственными. Придет чувство. За чувством придут новые состояния в разуме, то, что находится внутри чувства. И вам придется изучить чувства, как их сортировать, как оценивать, взвешивать их. И исходя из этого, вы придете к состоянию, когда сможете управлять вашими чувствами ближе, близко друг к другу, к Творцу, и из этих чувств выстраивать разные формы, треугольники, круги, линии, поднимающиеся, опускающиеся, и все это исходя из нашего чувства. В силах наших чувств мы это сможем реализовать. Силы получения, силы отдачи — это все будет нам предоставлено. Есть в этом много всего. И когда это придет, мы узнаем, как это делать. Москва 6.